Тогда, окей, хорошо. Да. Ну, приветствую всех вас, друзья, на этой презентации. Спасибо за ваше время, что вы сегодня присоединились. Сегодня будем говорить о компании, суперкомпании, которая суперпродукт, который производится. Вот, первый слайд. Если, кстати, ребята, еще кто-то не подписались в нашу группу, где мы даем новости, подпишитесь обязательно по данной ссылке, если эту ссылку, конечно, можно нажать. Если нет, то попросите у ваших спонсоров. Вот, мы будем очень рады вас там видеть в группе. Окей. Итак, друзья, я хочу сразу же предупредить, потому что если я буду озвучивать какие-то цифры, там, конечно же, мы все делаем здесь свои риски, потому что все-таки бизнес связан с криптовалютой, потому что не всегда присутствует, у него есть какие-то риски. Поэтому я не в ответе за то, что происходит в компании также, потому что компания, бывает, меняет правила по своим законам, по законам США, поэтому все мы делаем свои осознанные шаги и принимаем сами решения. Поэтому берите также на себя ответственность за свои действия. Так, друзья, если будут какие-то вопросы, обязательно также напишите вашим спонсорам, чтобы потом мы могли, если я сегодня не смогу на них ответить, то мы можем ответить потом на них позже. Вот, поэтому передавайте все вопросы вашему спонсору. Итак, немножко вкратце просто о себе, почему я присоединился к данной компании, так как знаю Стефана Либек, это человек, можно сказать, большой буквы, который сделал успех в сетевом маркетинге, живет он в Таиланде. Вот мы с ним уже 2013-2012 года общаемся, были в разных компаниях. И поэтому, почему я вообще присоединился к данной компании, это первый шаг, потому что я поверил в то, что есть именно у Стаффана. Но, конечно же, сначала я позвонил, связался с Аароном, вот видите нас на фото. Вот, который мы были раньше компанию развивали вместе. Вот, и Аарон мне уже рассказал, что скоро что-то будет, то, что взорвет тебе мозг, и действительно это произошло. Конечно, у нас еще не все готово, поэтому вы только что сейчас также заходите на борт, где все именно приготавливается именно до вас, и скоро все будет функционировать именно на смарт-контракте. А сегодня и я буду об этом говорить, конечно. Конечно же, в моей жизни были взлеты, падения. Вот, два раза даже возвращался на обычную работу, и прошлым летом работал кровельщиком. И вот как раз вот уже осенью, перед тем, как меня уволили, я связался с Аароном. И вот как раз вот эта возможность именно пришла ко мне, мне открылись новые двери. Я увидел именно то, за то, что нужно именно хвататься и держаться за это, и идти в этом направлении. Вот. Итак, друзья, сегодня я буду говорить о компании Connect. За Connect стоит, если говорить, вот, это не самый главный человек, но является президентом Connect, там также Стивен Миллер. Вот, проживает он в Юте со своей семьей, у него большая семья. И как я его познал именно на всех вебинарах, что это за человек, это человек действительно открытый, вот, именно открытый, то есть ничего. Ну, когда он именно рассказывает что-то, видно, что он говорит именно все искренне. И главная его цель, чтобы все друзья побеждали именно в данной децентрализованной системе, которую мы вместе с вами будем строить, которая уже, кстати, работала еще и до нас, до сетевого вот этого момента маркетинга, который присоединился именно к Connect, и сейчас именно мы называемся Connect. Поэтому Стивен сказал, что цель поставлена, чтобы выигрывали все. Вот. Ну, это так вкратце о нем. Также можете посмотреть на моем канале в YouTube именно то, что он рассказывал в своих презентациях. Вот. Поэтому очень хороший человек. Мне он понравился. Вот. Итак, друзья, компания Connect. То есть предоставляет нам возможность с вами присоединяться к блокчейну, именно к разным проектам, то есть блокчейнам с целью, где действительно
есть реальность, где есть именно, есть, как сказать, есть ценность. Ценность для каждого, то есть человека именно в децентрализованном мире, то есть блокчейне. Поэтому Connect нам предлагает именно с помощью своей упрощенной программы, приложения присоединяться именно к данным проектам, и я буду об этом вам говорить, именно что за проект это. Итак, друзья, ведущая блокчейн-компания сейчас, которая развивается, это Switch. Switch, о которой я тоже буду говорить сейчас, Liberty, Blue. То есть у нас сейчас 10 проектов, в принципе, рассмотрения, которые мы сейчас именно, вернее, которые уже создаются. И вот вчера как раз вот у нас был вебинар по Switch, уже второй вебинар, где выступал один из основателей тоже, который пришел с банка, с сектора именно Switch. Вот, это проект, друзья, просто уникальный, я еще об этом сегодня буду говорить. Поэтому вот у нас именно столько проектов, сколько мы можем именно все через Connect с вами именно развивать вместе и становиться самой огромной децентрализованным таким сообществом, огромнейшим компьютером во всем мире. Вот. Итак, друзья, первый проект, это у нас, конечно, на что мы сейчас фокусируемся, с которого все сейчас у нас начинается, это зеленый, который называется Green. То есть мы знаем, что биткоин нашумел в финансовом мире, да, с самого начала. Если бы, наверное, кто-нибудь из вас бы знал, что будет в будущем в биткоине, наверняка вы, наверное, бы проинвестировали в него, правильно? Вот. И поэтому зеленого грина стоит, чтобы нашуметь именно производством электроэнергии. Вот. И мы будем извлекать с вами выгоду. То есть наша задача заставить именно наши компьютеры работать, друзья, работать, которые они ставят без действия дома. Ну, я имею в виду, что не приносят нам, да, мы какие-то деньги, вернее, вознаграждения, да, за то, что у нас просто включен компьютер. Но, как видим мы здесь на слайде, допустим, вот идет электроэнергия, вот наш дом, и в доме у нас стоят компьютеры. И сейчас, если мы подключаемся именно Green блокчейну, то есть используем продукт у нас называется, это ноды, узел. Если даже в простоте объяснить, что такое узел, да, где это, и просто как вот на своем языке, я не являюсь каким-то там техническим человеком, да, продвинутым айтишником, но простому человеку, чтобы понять, что такое узел, что у нас за продукт, который будет нам производить именно постоянно, поддерживать сеть, допустим, грина, блокчейна, это именно компьютерная сила именно в блокчейне, которая необходима. Из-за этого, чем больше узлов, тем больше проект становится децентрализованным. Вот. Вот представьте, вот у меня, видите, вот это, допустим, компьютер, да, мой. Вот, вот сеть идет. Вот продукт, узел, вот, который подключен также, ну, я имею в виду, который делает, проверяет транзакцию другого устройства. Да, я так просто примером показываю. Вот, и данный узел является вашим продуктом на вашем компьютере, то есть, допустим, это зеленый, да, нода называется, узел. И она проверяет именно транзакции. Проверяет транзакции, и за это, за то, что вы поддерживаете сеть вот этим узлом на вашем устройстве, на вашем компьютере, вы получаете вознаграждение, как здесь вот видно на этом слайде. Также зеленый можно проверить именно на блокчейне, то есть эфира, эфириум, вот по этому адресу, что это легальная криптовалюта, которая уже токен, криптовалюта будет, когда зайдет на бирже, является, ну, реальным токеном, вы можете посмотреть, что творится именно в этом блокчейне. Вот, поэтому у нас сейчас именно уникальная возможность именно начинать с самого начала, именно сейчас уже начинать использовать наши узлы и получать за это вознаграждение перед тем, как мы зайдем именно на биржу. Вот. Итак, друзья, Green. То есть, смотрите, если сравнивать с этими гигантами, да, Uber, Airbnb, то есть, в принципе, они тоже, да, ничем не владеют. Но если вы предоставляете, допустим, Airbnb свою квартиру, то получаете вознаграждение, да, за это. За то, что делитесь своим квартирой, получаете деньги. Если Uber, то есть вы
предоставляете свою машину и возите людей, и поэтому за это зарабатываете. Вот, грин же дает нам что? То, что мы используем свою электроэнергию, которая и так она уже, да, включена, мы получаем именно вознаграждение в грине, в этом токене за использование наших узлов поддержания сети. Ну, это так, просто. Вот, и, в принципе, пример на этом слайде тоже видно, то есть, если вот ваше устройство, допустим, это неофициальный сайт, неофициальная, то есть, картинка, которую я взял ее с интернета, ну, примерно типа вот так. Вот ваши компьютеры, вы проверяете сеть, поддерживаете ее, получаете грин. Грин, видите, так переходит с кошелька в другой. Вы поддерживаете сеть и получаете за это вознаграждение. Поэтому заставьте действительно ваш компьютер работать на вас. Вот, в принципе, интерфейс тоже все очень просто. Будет на вашем компьютере устройстве, можете наблюдать, сколько у вас нода работает, сколько приносит и так далее и тому подобное. То есть на одном компьютере, на обычном Windows, там сейчас 7, по-моему, уже не делают, да, ну там 8, 10, в принципе, на простом компьютере вы можете именно завести свою ноду, ну и потом уже мы можем размещать свои ноды именно на VPS серверах, если хотим, допустим, больше нод развести там. Окей. Следующий продукт — это у нас Switch. Друзья, Switch. Никогда не было такой возможности вообще в моей истории, сколько я вот уже занимаюсь криптовалютным, фарминг, стейкинг, там, что только не предлагали, там, фокус, тренинг. Наверное, вы тоже с этим сталкивались. Вот. И где эти тренинги, где эти компании? То есть ничего. То есть, в принципе, все это было просто одни слова, на самом деле. Вот. Все рушилось. Сейчас, друзья, у нас банковский сектор. Это люди, которые пришли из банковского сектора. Именно развивать именно узел, именно Switch-проект для обычных физических, то есть лиц, и для юридических лиц. То есть мы с вами даже можем, в принципе, предлагать обычным коммерсантам, да, которые предпринимателям, именно чтобы они подключались именно к этим. К этому проекту децентрализованному, получали карты, получали платежи на криптовалюте, потому что если у нас есть карты, Visa, Master, то, в принципе, можно легко использовать, то есть снимать деньги тоже со стены. Вот, поэтому Switch предлагает нам, то есть это обменник, и где люди будут обменивать крипту на фиат, фиат на крипто, все наши вознаграждения, то есть, которые мы получаем там в грине, там в биткоинах, эфирах, мы можем именно все это в этом через Switch именно обменивать и пользоваться легко. И при этом у нас, друзья, в наших руках первый проект с банковскими картами, где мы с вами можем покупать продукт ноды, лицензии и поддерживать данную сеть. Вы понимаете, чем мы вообще здесь столкнулись? То есть какая-то уникальная возможность. То есть я никогда, наверное, в каких я вот раньше проектах не был, развивал какие-то компании, всегда какие-то были сомнения, там, можно сказать, страх или еще что-то. Здесь же вот прет вот какая-то, вот, знаете, такая уверенность, что вот оно, для чего я шел, для чего я именно падал, что у меня где-то что-то не получалось, потому что это было все именно не то, чем я занимался. Ну, хотя нужен был опыт такой. Вот, и поэтому вот сейчас вот, все, что произошло, там, связался с Аароном, там, уволили с работы опять. И новая дверь вот таким образом открывается, друзья, нам. Поэтому обязательно начинайте, если вы даже еще не знаете там что-то о нодах или чего-то, обязательно включайте систему, начинайте на 100% включаться именно в Connect, потому что это действительно то, что взрывает мозг, и это просто бомба, можно так сказать. Вот. Но это Switch у нас, вот, поэтому также поддерживаем, видите, блокбот помогает нам именно подключиться опять к Switch, вот, к этому блокчейну, вот, и мы поддерживаем сеть и получаем вознаграждение, используя наши карты. В январе уже будут, друзья, Первые карты уже
люди будут уже первые карты получать. И все это начнется через английский банк. Вот, и со временем Азия, потом и другие страны, и Америка уже пойдет позже. И это, кстати, тоже для нас преимущество, потому что Америка будет заходить именно сам блокчейн, то есть там на WinChain, где мы будем также зарабатывать. Об этом тоже, я скажу, будет позже, чем мы. Поэтому у нас есть преимущество, друзья. Вот, поэтому вот так. Итак, друзья, Connect. Молодая компания, может, ничего не известно, да. 5 лет она уже, кстати, на рынке Connect, они развиваются, ну, с Green начали развивать. Вот. И потом они подключились именно к Gala и решили связаться вот с этим проектом, с Gala, и сделать именно успех на этом. То есть они именно, Connect, разработчики, именно сделали вот эти игры, Gala Games именно на блокчейне, нашумели сейчас в интернете, вы знаете, что происходит, и сколько стоила нода 2 года назад, по $500, и многие люди не покупали. И, кстати, история одна про Майка, я общаюсь с одним Майком, он уже в Connect, кстати, 2 года, вот, и я ему там рассказал свою историю, сколько я ошибок сделал с биткоином и потратил там в 2017 году в Икее, в общем. Вот, а он мне начал говорить сразу же, да, говорит, Дмитрий, спасибо за твою историю. И ты знаешь, я сидел, говорит, 2 года назад с этим Эриком, и вот они мне предлагали именно, чтобы я купил ноды Gala. И ты знаешь, я жалею, я не купил ни одной ноды тогда. А сейчас она стоит, друзья. Это у меня старый слайд, ну вот цена где-то сейчас держится примерно Gala 65, ну 60, там 50, за 50, там 8, по-моему, зашла, я сегодня смотрел. Это у меня слайд еще был не свежий, вот здесь. Но, в принципе, вот они когда начинали. Да, и вот еще, кстати, история одного Алана, вот тоже вот 35 лет, по-моему, у него история в MLM. Вот, и у него тоже, вот он продал там, кстати, на самом, когда вот она начала где-то расти, вот чуть-чуть видите, здесь подъемы такие пошли. Вот, он продал, по-моему, там 37 что ли, миллионов, если я не ошибаюсь, и потерял. И там продал там вообще не знаю, там, по-моему, за 30, сколько он там получил? 37 тысяч, возможно, ошибаюсь. Но сейчас, именно, если бы он это сделал, то получил бы 20 там чем-то миллионов. И говорит, я бы был бы сейчас, говорит, на пляже. Поэтому у нас, в принципе, друзья, тоже все самое начинается. Мы еще не на CoinMarket'е, именно с Green'ом, потом там Switch, да, Switch это будет просто нашумевший, будет шуметь сильно в интернете, именно в этом пространстве. Blue, там, ну, разные проекты. То есть, и мы также будем все идти. То есть, почему они нам говорят это? Не наделайте таких ошибок, которые мы сделали, друзья. Потому что Green мы сейчас же тоже будем, да, включать наши ноды, вот. И что мы будем с этим монетой делать? Продавать или держать? Конечно же, держать. Вот. Поэтому Gala делала успех, и мы, в принципе, идем по такому принципу. Мы знаем, что за Gala именно разработчики Connect, и это еще больше как бы придает доверие. Вот. Итак, друзья, что мы здесь с вами делаем? Мы с вами строим то есть сообщество. То есть такое большое, вычислительное, мощное. То есть мы используем ноды. Чем больше у нас нод по всему миру разбросано на наших устройствах, тем более мы становимся децентрализованными. И у нас нет боссов, никто не может нажать кнопку, что-то выключить, друзья. Потому что я вот с разными проектами тоже встречался, где там белые бумаги всякие там показывали и так далее. Но все равно где-то какой-то есть человек, который держит больше всего. Да, там токены, или манипуляция может быть, там, или просто нажать кнопку и все, давайте всем до свидания. Здесь же у нас действительно идет речь о децентрализации. Поэтому, чем больше у нас мощность, больше заработка, становится сильное сообщество. И, конечно же, мы все выигрываем с вами. Вот. Так, продукт мы поняли, что это у нас узлы, ноды. Никогда ничего подобного не было. Если же вы изучали, ну, если что-то в интернете, может, и искали. Только IT-продвинутые люди используют именно узлы, именно там IT-шники в основном, это, кто в этом именно, как говорится, понимает. Вот, поэтому на рынке ничего подобного не было. Поэтому мы делаем с вами, друзья, историю,
Поэтому идем вот так. Значит, друзья, по поводу сейчас, что у нас происходит. Значит, мы начинали именно, все знаете, с WinWheel. WinWheel – это составляющая именно сетевого маркетинга. Вот. И сейчас именно, то есть это WinWheel – это одна система, да, а Connect – это компания. Сейчас как бы есть две системы, но это все одно. И сейчас WinWheel прекращает скоро уже свое, то есть его не будет, он полностью переходит именно в Connect. То есть мы называем это сейчас именно Connect. Вот, поэтому эти компании слились, вдвоем договорились, сделали там соглашение. Вот. И сейчас, то есть на данном этапе, то есть постепенно, сейчас не знаю, сколько времени у нас, друзья, осталось, но у нас есть возможность сейчас у всех именно через WinWheel, если у вас есть люди, знакомые, хорошие, поэтому нам, то есть всем нужно сейчас действовать, потому что сейчас на ноды цены уже в Connect поднялись, поэтому именно те люди, там, кто в Америке покупает, да, ноды, вот, поэтому там 5000 пакет, да, стоил, там, если говорить о нодах, то сейчас он стоит 12. Вот, там, грин нода, там, по-моему, 4 с чем-то тысячи стоит. Вот. Поэтому у нас с вами, друзья, преимущества какие? Кто сейчас именно заходит через WinWheel или кто приобретал ранее уже пакеты? То есть мы получаем именно ноды по старым ценам. И как все уже будет готово, когда уже WinWheel сделает свои шаги и уже полностью будет в блокчейне WinChain, потому что мы все, друзья, идем на смарт-контракт, на WinChain блокчейн, вот, и все будет именно идти через смарт-контракт. Все наши бонусы, все движники, которые происходят именно в блокчейне, вот, мы будем именно на смарт-контракте, это будет все уже автоматизировано, потому что любые движения в любой криптовалюте, то есть вы будете получать вознаграждение именно в той криптовалюте, что там именно происходит в блокчейне. Поэтому еще раз, сейчас именно у нас есть именно колоссальная возможность еще приводить сюда людей через WinWheel, чтобы они именно имели все преимущества купить именно по старым ценам, которые были в Connect, то есть ноды. Потому что спрос начинается, не знаю, что за движение. Предполагаю, что, друзья, Green уже скоро выйдет на биржи некоторые, поэтому... Все это готовится, все, уже люди начинают шевелиться быстрее, из грина что-то происходит, то есть и он тоже там начинает уже расти вверх постоянно. Вот, поэтому не знаю, сколько времени пройдет, но скоро уже будем на бирже. Вот, с грином. Вот, но точных дат нету, когда и что. Вот, но не это именно, я думаю, но это главное, конечно. Вот, поэтому сейчас именно через WinWheel по старым ценам можно именно делать, приобретать именно пакеты, и потом их уже мы получим их в коннекте. Вот. Поэтому вот, пакеты сейчас в WinWheel у нас от 100 до 1000, ну, 100, на $100 вообще, наверное, не стоит даже и рассматривать такие, наверное, в данный момент. Поэтому 500 и 1000. Поэтому если хочешь, допустим, сейчас полную ноду, которая, ну, стоит полная по старым ценам 2000, да, грин, то, в принципе, у тебя должно быть на твоем месте на 1000 пакет, да, либо под тобой еще одно место на 1000 пакет, потому что сейчас появилась уже кнопка в бэк-офисе, где ты можешь эти места именно соединить, потому что не купить на одно место сейчас за 2000 сразу. Вот, но ты эти места можешь именно соединить. Вот. Поэтому вот такая сейчас есть именно возможность, чтобы была уже потом полная нода. Иначе, если ждать, то потом придется покупать ноду за другую цену. Вот. Поэтому здесь даже сейчас нет смысла говорить о каких-то сейчас доходах именно в WinWheel, потому что он заканчивается. И у нас будут, кстати, другие бонусы. Уже немножко поменяется маркетинг именно в WinWheel также. Поэтому сейчас идут какие-то доходы, именно, ну, там очень маленькие, потому что товарооборот не очень большой, а, то есть деньги распределяются, поэтому тут даже, я даже не буду говорить, сколько там получают. Там бывает
было по 25 там, долларов в день, там все, потом все меньше, 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 меньше. Вот. Так, окей, что здесь? Значит, друзья, значит, сейчас, ну, по баллам тоже не буду сейчас ничего говорить, потому что сейчас вот самое важное, это готовиться именно на WinChain. Вот, и маркетинг также будет по WinChain представлен. Он тоже очень шикарный, кстати, Unilevel именно маркетинг. Поэтому где тоже будут, ну, представляете, да, какие доходы. Я просто не буду сейчас говорить никаких цифр, потому что это даже, я думаю, не нужно об этом говорить, но движения будут очень большие. То есть нас ждут очень хорошие времена в будущем. Это мое предчувствие, я прямо это чувствую и верю в это. И, кстати, придерживаюсь даже видения Аарона. Вот я где-то все, что он говорил, что мы будем сверхдержавой, кстати, здесь, в этом децентрализованном пространстве, именно в коннекте. Друзья, ну сами представьте, у нас винчейн, да, то есть блокчейн, где будет первый маркетинг сделан на смарт-контракт. Вы также будете поддерживать, можете приобретать ноды на винчейн, да, вин блокчейна, поддерживать сеть, получать вознаграждение также. Вот. Постоянно. Сколько это, нельзя сказать, сколько конкретно, какое количество, потому что зависимость всегда от действий, сколько у вас нода работает там. По-моему, не знаю, там, правильно ли я сегодня слышал, кстати, новость. Не знаю, сколько там один человек уже, по-моему, из русскоязычных уже начал ноды именно получать, но количество, не знаю. Даже не буду сейчас говорить, сколько получает, но, в принципе, нормально. Как я сказал, я просто боюсь ошибиться, не буду называть сколько. Могу подсказать. Термию можешь сказать. Правильно да, ли 20, не 20 тысяч за 2 дня? Да, Ринвидас сказал, за полтора дня даже, это 20 тысяч токенов, да. Да, а представляете, да, 20 тысяч токенов, ну, даже если там, ну, 20, ну, если цена будет грина, там даже там 10 центов, там, да, предсказание, ну, уже сколько. И считайте, а это каждый день. Тем более, ну, сейчас всего в грине 5 тысяч нот работает. Всего лишь 5 тысяч нот. Это ни о чем. Поэтому вот сейчас, на самом таком вот этом первом этапе, то есть можно получать их больше. Ну, как и в Гала было. Меньше нот, когда было, там ребята по 7, там по 5 тысяч в день. Ну, то есть по-разному. Ну, в принципе, здесь мы видим, сколько одна нода делала именно 20 тысяч за 2 дня, ну, по 10 тысяч в день тоже хорошо. Вот. Поэтому просто супер. Продукт, который сам, продукт еще, который производит, да. Если там, допустим, когда я раньше, там, не знаю, там, любой сетевой продукт, которым пользовался, раз, его съел и все, да. А здесь ты купил, и он тебе еще дает доход. Но когда такое было? Тем более легальный продукт. Мы еще по закону, кстати же, мы же действуем в Америке, а там же должно быть все строго. Есть все строго. Поэтому если компания в Америке, то, в принципе, доверие тоже такое очень мощное. Да. Это у меня вот по старой, что тут у меня еще было. Ну, тут у меня тоже было. В принципе, вот. Ну, все, я думаю, друзья, в принципе, то, что у меня сегодня было на моем сердце, я дал вам эту информацию. Надеюсь, она была доступна. Вот. И поэтому у нас с вами есть выбор. Мы можем либо быть здесь, преодолевать шторм, потому что не все готово, друзья, не все готово еще. Вот. И будут, наверное, тоже какие-то там препятствия еще. Вот. И поэтому, если вы готовы быть на корабле самыми первыми, то добро пожаловать, конечно же, в нашу команду. И рекомендую, конечно, фокусироваться здесь на всех, кто, потому что ничего подобного не было на рынке, именно связанном на блокчейне. Да, если по продукту, по вчерашнему, если именно по Switch карте, то я сам
уже чуть-чуть посоветовался тут и с Найджелом поменялся тут еще, как говорится, эмоциями с вечером. То есть именно вот такого продукта, как он сам сказал тогда на встрече, что брат, что ему надо заказать сразу на первую неделю или там две недели 50 тысяч штук, потому что такого продукта именно для маленького и среднего мерчанта вообще никогда не было. Даже в мыслях у этих компаний, даже которые предлагали, что через два года будет, и не выполнили свои обязанности, то даже тогда уже даже в мыслях такой карты не было. Сейчас так официально прошлись они по всем законам и банковским, как говорится, этот payment rail. То есть они payment rail — это именно дорожка, по которым идут платежи. То есть у них это все подписано. И именно в январе, середина января, когда начинается вся эта картовая суматуха, то хочется очень иметь тогда свич-ноду тоже, потому что это самое, когда у тебя пойдут эти, товарооборот пойдет через маленького и среднего мерчанта, то это огромные деньги, потому что это POS там уже внутри системы, и тем более, что не надо отдельного приспособления. Это все в твоем или таблете, или телефоне. Этот POS-система, так что тут только, как говорится, аппликация, чего продавать. Не надо никаких устройств тут, как тут, скажем, Zenik или там тут продает. Тоже хорошие программы, может быть, но у всех есть устройства всякие. А тут у нас ничего, и маленькому, и среднему мерчанту это очень важно. Да, ты можешь сам назначать комиссии. Допустим, именно, если ты продал товар какой-то, да, там, допустим, не знаю, там кроссовки за 50 гринов, ну так, образно, да, и там комиссию сам уже поставил, сам еще и заработал на этом. Это потому что ты как-то это самое конфирмируешь эти передачи, переводы денег, и еще зарабатываешь на ревардах, которые за продажи дается, это самое, и будешь иметь еще токены. Так что тут вообще... Они все, ну, конечно, они знают, что там юго-востоке творится Азии. То есть там нету, таких возможностей вообще нету. Сейчас вот, или Африка. А это все будет, это у нас товарооборот. Если у нас товарооборот будет, то есть цена токена будет возрастать. И добро пожаловать. Даже самому не надо иметь даже, может быть, ни одного клиента магазина, но... Так что да, вот, говорить можно каждому. То есть тут просто легко, как бы еще всем предлагать именно такой уникальный именно продукт. Который у нас... А грин — это само собой. Всем надо, чтобы, ну, тем более, что на улице творится это, само уже говорят, за 1000 скоро будет, дневное иногда это самое. А если вот мы сможем с помощью грина как-то это самое... по помощи этого токена можем все-таки себе помочь. Не все же деньги. Помочь, да, оплачивать даже, то есть, электроэнергию. Да, потому что это самое... Ну, конечно, не хочется продавать грин, но что поделаешь, это самое, если у тебя... Не, ну, если надо там нажить, то, конечно. Я имею в виду, что, чтобы не делать таким ошибок, все скидывать, когда хоть чуть-чуть там цена поднялась там на 10 центов, все, решил там все скинуть. Ну, скажем так, у Найджела все-таки все идет хорошо, потому что он сейчас зарабатывает примерно около 5-6 тысяч в день. Он не все распродал. Он эту часть, потому что он оставил себе все-таки... Ну, 1,5 миллиона у него было на счету, он показывал. Да, он где-то 35 миллионов продал. За 43 вот тысячи потом. Так что... Нет, все у нас это самые правильные ходы. Если на жизнь надо, все окей, берем на жизнь. Но до сих пор мы жили без этого как-то нормально даже. И протянем тут недолго же. Тут уже через полгода будет уже понятно, в каком направлении что-то идет. Потому что действительно у нас сейчас
было, то есть делаем все-таки историю, не все готово, и переходы, изменения, и проверка там маркетинг-плана там, поэтому тем более сейчас все это надо перенести туда, поставить движок и запустить его там в винчейн, то есть это, конечно же, очень работа. И, кстати, сколько Connect, кстати, потратил уже на разработку всего вот этого 1000 биткоинов на винчейн. Ну, чего там это, если Эрик Шимайер с нами, то ничего это самое, потому что... Да. Эрик, да, если история, то просто Эрик Шимайер, он провел одну из, как говорится, успешнейших IPO в игровых. Это было у него Zynga Games. То есть, а это, и там они, по-моему, 2 миллиарда делали IPO, то есть очень реально все. А потом они решили делать игру на блокчейне с токеном. Изначально она не называлась Гала, но потом она назвалась Галой. И там ну, 50% имеет это, то есть не имеет, а он инвестировал то есть, туда. А сейчас с Коннектом вместе уже разработчики те же, так что... Как бы еще это самое, и как мы понимаем, там не молодые пацаны, там если смотришь все эти, ну, Стивена Миллера или это брата, который банковский, то есть там серьезные люди с историей. И вот самое, которое меня все-таки убеждает, что тут, что защиту нам идет вот эта проклятая Америка все-таки. Они... По закону Америки не дают, ладно, там компании там закрыли или не закрыли, это сам там ничего такого не будет. А вот если вот единичному гражданину там делать что-нибудь ну, против закона, то там закроют резко. Да. А вот поэтому у нас прошло... То, поэтому у нас сейчас регистрация даже такая может показаться сложная, переход на Connect, где нужно много где поставить подписи. Вот, поэтому да. Это все именно требует закон, поэтому там, ну, кто-то... Да, сейчас, в чате у нас на русском ты поставил, да? Да, у меня есть именно первый шаг, что самый главный шаг сейчас сделан, именно, который нужно всем сделать. Окей. Вот до этого я скинул. То есть этих шагов, которые пойдут уже да. Через аппликацию, через app, этих еще нету, да? Этих еще нету, но главное до этого дойдите сначала. Когда дойдете именно, уже да, до там, этого... Там есть хорошо, что можно остановиться. Можно да. Регистрацию пройти, можно остановиться, а потом идти через аппликацию, потому что это очень-очень да. Важно. Потому что это очень важно. Да, потому что так там... Что это вообще, это у нас, как ты считаешь, примерно 2 недели? А, то есть на переход? Да, примерно. Я даже думаю, да, примерно, поэтому... Я не знаю, может, чем лучше, я даже в Винвилл думаю, дней 10, знаешь, там, и то, наверное, могу ошибиться, но рассчитывайте на это. То есть тут время нам осталось, именно если работать с новыми, и кто-то еще хочет там апгрейды сделать или еще что-то хотя бы на полную ноду, то у нас мало очень времени. Потом по полным ценам нужно брать. Да. Вот. Да, сейчас, да, вечером, вчера было 4900 было. 4900, да? Да, green нода была уже на открытом рынке. Так что люди, мы-то, даже если у нас дроиды есть по 1000, то это тоже же можно считать, что они же, цена поднялась так и так. Так что да. Мы уже прошли через, как говорится, сетевики через Винвилл не заработали, зато кто-то постарался и поднял просто цену на наши ноды. Ну, уже поняли именно. Да. Ну, там понятно, такое. Потому что грин, именно, опять-таки, что вокруг нас творится, это помогает именно подняться грину, которая А именно этот свитч, и потому что и я считаю, и Стафан так считает, что вот это дигр еще покажет себя тоже, это самое. Так что у нас тут веселые времена. А знаешь, какое у меня, Эрмил, предсказание тоже? Самое, кто будет самым большим коином, какой этим, наверное, все-таки. Это в нашей концепте. Да. Какой? Я думаю, он будет самым большим. Win токен. А, ну это будет, это же поддержка нашей общей системы. Да, да. Это будет, да, WinChain, да.
Но тут, короче, тут даже не надо, как говорится, самому не надо очень-то стараться, потому что мы по стратегии это как бы... проходить да. вместе какие движения, так что у нас люди подскажут. Потому что вреда от информации никакой не будет. Да, сейчас все учатся. Даже Стафан сегодня вот был на финском, у нас сегодня была лидерская встреча. А он когда подошел? Подошел попозже немножко. Ты вот как раз ушел, и он, наверное, минут через 10, наверное, зашел. Но я в плохом месте был, потому что мне не видно было, что Серба показала, а слышать, это я все слышал. И он говорит, расскажите мне, я, говорит, хочу так научиться у вас. Ну, нет, но правильно, ему-то тоже надо понять, как мы понимаем. Да. Это самое. Так что, ребята, да, это самое, мы тут потом тогда я с Георгием еще тут побазарю чуть-чуть. И вот Александра, я так и не понял, чей это человек Александр, потому что этих... Ну, Александр, может, говорится... с чата зашел откуда-то, не знаю. Александр, тебя кто пригласил? Это... А, Георга. Репра. Ага. Нет, хорошо. Там... А, Георг, да, окей, понятно. Да. Угу. Тогда это самое потом... Вопросы запишите все это самое. Если я не смогу, тогда еще с Димой свяжемся, но все равно будем сейчас активно, надо, потому что это самое нам проходить, надо обязательно, надо проходить, очень аккуратно надо проходить переход на Connect. Потому что Винвилл к середине декабря уже все, своими данными там уже помочь некому, не с чем. А Connect, Connect стоит уже на блокчейне, так что там, если мы неправильно что-то делали, с нами не могут, никак связаться не могут. Но наши грины, 35 миллионов, нам никто не может никуда переслать. Да, вот эти регистрации именно приложения, то есть все вот эти пароли, это все как бы, это наши, да. Потому что если мы потеряли, уже нам никто не восстановит. Потому что там будут именно это, что мы рассказали чуть-чуть раньше, рассказали, что у нас там все будет под private key. То есть наши собственные ключи на подход. Если мы там условно вот эти ключи, 12 слов будем потерять куда-то, то не у кого спросить. Это как биткоин изначально, потому что тут считают, что вот 20% биткоинов потеряно, потому что это самые люди потеряли пароли и не могут зайти никак. Так что будем аккуратны и начинаем уже, как говорится, вчера. Да. Так, значит, как мы будем насчет... вебинаров. Но у тебя ссылка одна, или это да, ссылка по этой ссылке, только надо просто договориться, какое время. Именно, так что ссылки можно тогда с утра уже раскидывать, ну, когда хотим делать, а уже по времени Георг сказал тоже, что у него с 8 лучше, чем в 7, так что... 8 часов, окей. Да. Пускай останется так, с утра тогда уже, или вот полдень, ну, примерно полдень, я даю знать уже это самое. Ну, наверное, будет уже столько людей, что уже 5-10 человек все равно собирается, потому что тут изначально все-таки мы-то все время живем с утра до вечера в этом, а люди все-таки живут в своей жизни, тут трудно понимать еще эти ноды, что вообще тут бояться нечего. Тут, по-моему, вот тут самая такая трудная вещь и есть это самое, вот регистрация Connect. Остальное уже потом, уже вообще просто радость. Да. И, наверное, я еще не знаю, как там по установке лицензии. Не знаю, трудно там было. Рассказывали. Ссылку, которую они вышли, да? Нет, как там, кто там у нас регистрировался из русскоязычных? Это как его зовут? Он же уже поставил уже себе на компьютер. Я вот не знаю, трудно это было или нет. Римвидас. Да. Ривитас, да, поставил. По-моему, он что-то неправильно делал, поэтому у него закрыто это дело все. И потом, и вчера он еще там хвастался, что он купил отдельно еще, прямо с сайта. Но я что-то не... Что тут хвастаться? Он же неправильно делал, говорят. Да, неправильно сделал. Он же как-то теряется. Стафан все время твердит, что не надо ни в коем случае мы будем помешать свои следы. И там, якобы... там через сайт и через Connect хотим как-то идти отдельно, так что
Да. Так все через Минвил делаем. То есть, будем именно делать вот эти шаги, которые они сейчас рекомендуют, не рекомендуют, а же настаивать именно вот по этому графику будем делать, и мы будем все через неделю уже забудем об этом все. Угу. Потому что потом будут уже коннект-ссылки, и тогда уже будет опять-таки просто пройти надо по этой ссылке, которые данные там будут нужны. А Винвил уже в историю. Завтра в это же время тогда, да? 8? Я еще договорюсь с парнями, как получится, которые сегодня не смогли. Пятница всегда есть пятница. Так что подумаем. Окей. Я тогда жду тебя, Армен, напишешь. Ну, да, если полдень что, завтра. Дашь мне знать. Завтра. Да. Ну все, спасибо всем, хорошего вечера. И, конечно же, огромного ребята, успеха. Кто ко мне, тогда сразу постучитесь тогда. Спасибо, Дмитрий, очень хорошая презентация была. Реально, очень хорошая, мне понравилось. Хорошо. Спасибо вам, что мне даете тоже возможность развиваться. Не, ну, да, это самое. Оставим эти, как говорится, ну, такие, это самое, чтобы галстуки, и очень напряженно, надо быть свободно сидим и пытаемся с вами информацию еще поднимаем руку. Да. Да, именно. Даже так. Так что все. Угу. Все, хорошего вечера. Да. Пока. Хорошего вечера. Пока. Да.